Ну вот ребята заехали Дарбеной по грибы. Посмотрите. А мы еще не снимал? Не, мы тут не снимали никогда. Да, были? Ну, конечно, были. А вот их не герб. Местный мороз. Ну вот ребята заехали в лес на свое место. Смотрю, что тут сделали. Вот такое вот. А там мангал. Но ха, мусорка. Там, не знаю, туалет, наверное. Чисто в лесу вот так сделали. Даже дров оставили. Березовых на шашлычок. Бери, не хочу. Но ужас какой. Даже белочку нарисовали. Пишут, чтобы радовались лесом, а не мусором. Прикол. Всем привет! Идем боровики собирать. Тут говорят, их прям чуть ли не грузовиками возят. Надо проверить. Корзинку заготовили. Лина, идем по грибы. Чеши давай быстрее сюда. Поздоровайся. Привет. Обычно надо самый первый гриб найти, чтобы мозг человека начал работать. Потому что иначе можно ходить по грибному месту и глаза грибы не увидят. Обычно вот и вообще, кот там смотришь, расскажи, сколько я грибов нахожу, а сколько ты? А? Вот сейчас посмотрим. Ну? Сегодня посмотрим. Обычно я набираю, а Алина там бегает, отдыхает где-то, ага, по лесу. Потом вот мне интересно будет... Здесь вроде грибов нету, или мы их не видим. А потом уже в записи посмотрим. Может, тут вообще грибная поляна была. Что-то нашла, первый гриб. Важно, какой он первый. Покажи. Ну, эти что такие? Сыроежка, что ли? Ну, берем. Не. Берем. Не, не. Во, опять та сыроежка. Сюда, помню, ночью приехали. И, короче, заблудились и боялись пройти в сторону, потому что думали, что там еще дальше в лес попадем. А оказалось, что мы на том же месте крутились. И... О, мы такие не берем. Белки съели. Это что, это слизни съели его. Пусть ты. Не. Под березовик. Белки съели. Во, крылья. Не, набрать. Нет. Иди, иди обратно. Пусть. Смотри, она спала. И пусть ты. Ну вот. Опять. Два под березовика. Молодой. А тут такой красивый гриб
фиолетовый. Ого! Красавец. Еще один. Ух ты. Ну, все, ребята, включились мозги. Тут этих грибов. Это. Во. Это не брать. И вот, ох. Нет, тот старый не бери. Загреби. Пока, ребята, только такие вот подберезовики. А я вон там вижу мухомор растет. Значит, боровички рядом. Мы тут в прошлом году злого лося видели. Почему-то черно-белого. Он как-то внезапно оказался на дороге. Чего? Там лисичка. Тут кто-то мох уже воротил. Искали. Или лисички маленькие, или маленькие боровички. Ну, странно, на этом месте очень боровиков должно быть много. Может, собрали до нас. Вот еще улиточка одна. И подружка ее кушает. Ну вот, ребята, первый боровичок. Или это не боровичок? О! Вот рука. А вот какой гриб. Это подосиновик, Лина. Офигеть! Какой большой! Сейчас зацените реакция человека. Натуральная. Ну, это не натуральная реакция. Ну да. Ты уже предупредил, что нашел, да? Не такое. Зацени. Ого! Это что такое? Из одного гриба можно уже... Можно, да. Давай. Эй, как на картинке. Ну? Ну, подосиновик. Ничего себе. Ну, а где твои дружки, подосиновик? Ну? А вот это ерунда. Подберезовики, а это болотные подберезовики, еще весь лес в них, мы такие не берем. Это собачий гриб, что ли? А не знаю, не, агарус. Это боровик. Ну? Ну вот, я первый, ты проиграл. Не, не этот. Не отток, это боровик. Боровик. Не, боровик. Второсортный боровик тоже вот. Ну вот, ребята, наконец-то боровик нашел. Только, правда, червивый. Но зато нашел. Все, всем пока. Поехали грибы жарить. Боровики прячутся. Интересно. Вот смотрите. Вот, допустим, во. И где он? А он, вот он. Вот он. Вот он, красавец. Нашла, да? О, какой он. Ну как все, че, едешь, может? Мотор, да. Че, не отец? Ну нет. Темно уже. Нормально. Ха-ха-ха.
Наконец-то. Ты ж в прошлый раз говорила, что нашла. Не, это настоящий наш. Там как-то какой-то лежит. А я такой вот нашел. Там вырастет еще. Ого! Лапочка. Я рыбу.